После первого нашего репортажа об НЛО, ссылку мы дадим в конце фильма, началась целая дискуссия, мнения разделились. Одни были уверены, что это гости из космоса, а другие утверждали, что это происки спецслужб. Мы решили просто понаблюдать за этим необычным объектом, и вы это можете сделать вместе с нами. Решайте сами, что же это на самом деле. Комментарии можете оставлять под видео. От себя отмечу, что съемка велась на фиксированной камере, и приход этого необычного гостя совпал со временем прихода коронавируса в Бельгию. Сегодня 14 апреля 2020 года, 10 часов 25 минут. У этого объекта немножко зеленоватый оттенок, но самое главное, появилась зеленоватая кайма. Появились какие-то пузырики на поверхности, кроме темного пятна справа. Камера стоит в неподвижном состоянии, фиксирована. А вот эта штучка движется. Там появились какие-то желтые точечки. Вот она стала скакать. Если у меня нет дальтонизма, она стала розовая. Больше приблизить я ее не могу. Она удаляется. Сейчас опять стала приближаться. Трудно поймать в камеру. Она так скачет, амплитуда у нее такая большая, что камеры не получается поймать. Желтые точечки исчезли, а пузырьки остались. Темное пятно с правой стороны тоже. Посмотрите, оно все время меняет цвет. На отдалении оно получается какая-то сиреневая. А когда она приближается, она становится салатной. Полдесятого вечера, среда. Вот мы опять видим то же самое. Черточка, два темных пятна с правой стороны и пузырик с левой стороны, кружочек. Но сегодня он почему-то темный. Также остался зеленый контур и цвет. Ну, точно не голубой и не синий. Появилась какая-то палка вытягивается с правой стороны. Ну и форма по-прежнему начинает изменяться. 16 апреля, 9 часов 10 минут. Он по-прежнему зеленоватого цвета, зеленым контуром. Но вот он сегодня беспокойный. Скачет, как кузнечик. Мне кажется, он сегодня даже желтоватого цвета больше. Уже нет в нем той голубизны, которая была 3 дня назад. Пол 11. Ну вот сегодня у нее цвет, ну явно не серый. Розоватый, какие-то бежевые точки внутри. И она сегодня какая-то странная, все время скачет, не зависает. В общем, сегодня она беспокойна, меняет постоянно цвет. Пол 10-17 апреля. На нем пузырики,
он сизневато-желтого цвета, жириков больше. Но форму по-прежнему меняет, но сегодня более спокойно. Зеленый контур остался только на верхней поверхности. Внизу вроде бы как его и нет. 19 апреля, 10 часов 15 минут. Но вот сегодня она какая-то буйная. И немножко на отдалении. Ее трудно заснять, она не приближается. У нее какой-то бело-желтоватый цвет. Кажется, по-прежнему зеленый контур, но вот не приближается. Такое впечатление, что она чего-то ищет. Двадцатое апреля, 9:30 вечера. Но вот сегодня мы без зеленого контура, но с пузыриками. И серый цвет. Давно не снимался наш гость. Сегодня 25 апреля, без 5:10. Внизу месяц. Ну а наверху наше чудо. Вот он сегодня прыгает. Но на отдалении. Самое максимальное приближение, на которое могу поставить камеру. Он вообще зеленоватого цвета. Какие-то бежевые на нем точечки. И контур зеленый, даже скорее желтый. И только сверху. 25 апреля. Это с другой стороны. Такая же штучка висит, но она почему-то красного цвета. Вон далеко. Ну, теперь наша гостья приблизилась. Все равно у них сегодня бежевый цвет и зеленый-желтый контур. Сейчас она стала немножко поспокойнее. Сегодня 18 мая, 10 часов вечера. Давно уже не снимали эту штуковину. Вот сегодня она розовая, можно сказать, зеленая граница. Эта съемка проводилась в предпоследний день пребывания НЛО в небе Антверпена. После оно уже не появлялось. Оставайтесь с нами на канале «Картинки Бельгии».